Средняя школа номер 35 на карте учебных заведений города давно имеет гриф «Особая». Уже не один год здесь проходят подготовку и обучение кадеты, будущие офицеры Беларуси. По традиции на торжественном мероприятии присутствует весь корпус. Здесь оглашается список успешно окончивших обучение, а также вручаются награды самым трудолюбивым и образованным. Кадетский компонент состоит из таких дисциплин, которые именно готовят и к службе в армии, и к поступлению в вузы. И вообще это жизненная закалка, поэтому они прошли хорошую подготовку. Подготовку не только на базе учреждения, и, скажем, теоретическую, и практическую благодаря 38-й бригаде. Конечно же, один из самых волнительных моментов – прощание со знаменем учреждения. Для кадета, как и для воина, это особый символ, олицетворяющий братство и сплоченность всего личного состава корпуса. В этом году стены 35-й школы покидают 11 кадет. Каждого из них дальше ждет своя дорога. Однако мечта служить на благо Родины остается сегодня в приоритете. Я считаю, что она остается такой же почетной, как и раньше, потому что офицер – это главный защитник страны. Это меня и привлекает в этой профессии. Пришел по собственному желанию, здесь мне очень понравилось, и я решил то, что мне это по душе, и после этого решил поступать в военное учреждение. Звуки последнего школьного вальса закружили красивые пары. Пока еще одноклассники, они с грустью думают о том, что школьное время завершилось. Однако верят и знают, все новое еще впереди. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.